Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Джулери. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений и ручной работы. Сегодня у меня очередная распаковка Dollar Bead Box. Для тех, кто не видел предыдущее видео на эту тему, скажу только, что это коробочный сервис для рукодельниц. В коробочке приходят чешские стеклянные бусины, некоторая фурнитура, там бывают кабошоны, ну, в общем, такие интересные стеклянные бусины в основном. Подписку можно оформить ежемесячную, можно сразу купить подписку, там, по-моему, на 3 месяца или полгода. Вот. И подписка дает вам возможность не только получать, ну, вот коробочку, собственно, раз в месяц, но еще возможность покупать товары на их сайте. Цены у них вполне адекватные, и, ну, вот лично мне очень нравится у них брать миксы чешских стеклянных бусин, потому что, ну, не знаю, это, знаете, такое все в одном. Там и цена получается очень хорошая, и бусины интересные, красивые, и, ну, мне вот нравится эти бусины разбирать. У меня с дочкой такая вот забава, мы бусины разбираем, поэтому это вот коробочка, собственно, коробочный сервис. Эта коробочка у меня за октябрь, так что вот, вот так вот она приходит, все запаковано. Сейчас я все это вот достану и вместе с вами посмотрим. Так, ну вот смотрите, первая позиция — это вот такие прямоугольнички цвета, ну, я бы сказала, они такие прям янтарные. 6 треугольничков. Так, следующее — это рондели, тоже такие янтарные рондели. Знаете, вот цветовая гамма в этот раз — это вот молоко и мед, янтарь и зеленоватый. Вот такая вот осенняя гамма, приглушенная. Вот, рондели. Рондели вот этих 42 штуки. Дальше. Еще рондели. Видите, вот такие. Действительно, цвета молока. 25 штучек. Так. Fire Polish бусинки. 5 миллиметров цвет такой. Красивый, да. Подвядшего листика цвет. 5 миллиметров. Так. Это у нас 4 миллиметра, да? Круглые бусины тоже цвета вот такого янтарного. Чуть-чуть потемнее, чем вот эти рондели. Так. И еще, смотрите. Это совы. Мне в прошлой коробочке пришли розовенькие совы. А в этот раз, смотрите, какие хорошенькие пришли. Золотая. Такая черно-серебристая. И вот бирюзово-золотая. Смотрите. Ну, прелесть. Так, это вот были бусинки на нитках. Теперь, так, бусинки, смотрите, пришли вот такие бусины. Они вот такие вот вытянутые, немного крученые. Это, ну, тоже такой вот янтарный, понимаете, цвет вот янтарный. Можно сказать, такой вот костяной, может быть. Очень красиво. Мне очень нравится вот такой цвет. У меня, знаете, есть такой отдельный пакетик с бусинками вот такого цвета. Ой, смотрите, у них, видите, как дырочки-то сделаны. Вот так. Вот здесь сверху. Что-то у меня сегодня с фокусом беда. Вот так вот. Здесь сверху дырочки сделаны. То есть они как капельки получаются. Интересно, таких нет у меня совсем еще. В общем, да, вот именно такого цвета. Очень хочется что-то сделать такое потом, может, этническое, но вот собираю потихоньку. Так, теперь следующая позиция, смотрите, это прямоугольные, ну, квадратные бусинки, вот такие, такого тепло-зеленого цвета, болотненького, да, грязно-зеленого. У них, смотрите, дырочка вот так сделана. 8 штук. Ну вот, такие есть. Дальше. Вот такие вот прямоугольнички. Зелено-желтые тоже такие. Дырочка вот так. Красивая. Тоже.
следующее. Вот это интересная, в общем, позиция, смотрите, тоже из цикла молоко. Глядите, это как такие пожеванные жемчужины. Цвет такой прям вот светлое-светлое золото. 6 штучек. Красивенькие. Эти очень интересные. Так, следующее. Смотрите, листики какие интересные. Листики вот такие кленовые. У меня, по-моему, такие есть какие-то вот рыженькие. А вот эти, глядите, они... Вот. Причем интересно, тут 4 зелененьких и один вот такой. Много другое. Интересное. Так, а дырочка вот так сделана сверху. Такие бусинки. Я еще, знаете, вот так вот показываю более подробно, потому что вот такие бусины, их можно найти на Etsy, скажем. Но я просто показываю вот подробно, чтобы иметь представление там, вот, о размере, о том, как дырочка расположена. Так, теперь. Так, вот такая бусина у меня. Тоже, по-моему, есть такая одна. Вот очень похожего цвета, тоже, по-моему, только синяя, с такими разводами. Вот она выглядит как, ну, как каменная. Так, а дырочка как сделана? Вот так дырочка сделана. Видите, вот соберу несколько таких бусин, что-то, может быть, сделать можно. В общем, интересное. Так, следующее. Тоже вот одна. Вот так дырочка. Цветочек двусторонний. Золотой с таким белым, голубоватым. Ну, или золотой с серебром даже, наверное, так. Такая. Ой, тоже милота. Смотрите, кошечки, боже мой. Ну, вот эти коты, они просто меня это... Я не знаю, кто не любит котиков? Я люблю котиков. И совушек, и котик. Видите, они тоже двусторонние. И, кстати, забыла сказать, что совушки, они тоже, видите, они просто двусторонние. Вот, что спереди, что сзади. А котики, у них вот прям все как надо. Есть. Тут глаза, а тут кошачья попа. В общем, прелесть. Так, теперь. Еще одна стеклянная. Посмотрите, это пчелка. Это такой прям вот. Ну, как кабошон, только это бусины, видите? Такая вот милота вообще. Ну, тоже. Я думаю, пчелки, котики, совушки. Это прям one love. В общем, здесь какая. У нее, то есть она получается такая металлическая. Вот где вот эта пчела, там просто как стекло. Оно выглядит немножко таким опаловым. Прелестная бусинка. Так, ладно. Так, ну вот это вот у нас. Что это? Написано Yellow Jade. Это что, нефрит? Тоже это бусина. Такой кабошончик. Вернее, это не кабошон. Это плоская овальная бусина. Вот. Такого цвета. Очень-очень светлого меда. Вот такая. Так, ну и последние две позиции, это вот немножечко фурнитуры, это вот такие шапочки на бусинке, наверное, на бусинку 10-12 миллиметров вот такие шапочки бронзовые, ну хорошо, бронзовую фурнитуру, сами знаете, бывает сложно найти, пускай будут. Так, и вот это такой крест, что же это такое там? Называется юго-западный крест. Ну, тоже в... Надо будет посмотреть вообще, что это такое-то или какой-то... Что это такое вообще? Что это за творчество-то? Где его использовать можно? В общем, ну, вот такой. Так, ну вот. Ну что ж, вот такая была у меня коробочка в этот раз. Я довольна. Что милота, приятные цвета. В общем,
все пойдет в работу. Ну что ж, большое спасибо за внимание. Надеюсь, видео было интересным, может быть, полезным. Они доставляют по США, по Канаде точно делают международную доставку. Нужно заходить к ним на сайт. Вот давайте я еще раз покажу вот название. Вот такой вот. Может быть, кому-то нравятся коробочные сервисы. Вот имейте в виду. Так, ну что ж, пойду я все это убирать, разбирать. А вам хорошего дня. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания.